Всем привет, друзья! Сегодня наш выпуск начинается немножко нестандартно. Он начинается с конца. В этом ролике вы увидите кадры, как нашу деревню затапливает, заливает, какие на нас обрушились ненастья, непогода, стихийные бедствия, можно сказать. И я хочу сейчас пояснить, что у нас произошло, потому что в тот момент, когда мы снимали то, что здесь происходило,
В тот момент было не до видео и было не до рассказов. Мы боролись со стихией, продолжаем это делать. Сегодня один единственный солнечный день выдался, когда я могу выйти с камерой и немножко вам рассказать, что же произошло. А случилось вот что. На нашу деревню обрушились сумасшедшие дожди. Они длились 2 недели, периодически подсыхало что-то, выходило солнце, но это было, знаете, как капля в море. И это выражение здесь на самом деле очень уместно. Если посмотреть вокруг, то все наши поля, которые в сезон засеиваются, на которых выращивают различные культуры, превратились в сплошное озеро. Невозможно даже выйти из дома, насколько сильно все затопило. И с каждым днем мы все больше задумываемся, а стоит ли тут оставаться, стоит ли тут жить. Потому что сезон дождей в нашей деревне, во всяком случае, длится 2-3 месяца. Прошло еще только полтора. И сейчас, в середине января, самый пиковый сезон, когда все максимально заливает, затапливает. Что происходит на участке, что происходит в конюшне, это отдельная история. Будут как раз такие кадры, будут вставки, что у нас происходит. И последние 2 недели мы то и дело боремся с этой стихией. Постоянно идут дожди, нас постоянно топит, абсолютно уже не осталось никаких сил, ни эмоций. От всего происходящего хочется просто кричать, хочется куда-то бежать, а куда непонятно. Настолько огромное количество осадков, настолько невероятное количество дождей на нас в последнее время свалилось. И что будет дальше, совершенно непонятно. Сейчас только январь, впереди еще февраль, самый дождливый месяц. Если сейчас уже вокруг такие озера, то в феврале, наверное, деревня вся просто куда-то уплывет. Проезжая по соседним улицам, то и дело видим, как многие участки превратились в бассейны. Люди даже не выходят из домов. Не знаю, что в этой ситуации нужно делать. И мне кажется, что решения никакого нет, потому что тут нет реки, тут нет какого-то оврага, куда можно было бы воду вывести. Мы живем на плато, ровное, абсолютно ровные поля вокруг, и вода вся здесь стоит. Что будет ждать нас дальше? Я не знаю, но уже, если честно, опускаются руки, глядя на все это и каждый день испытывая эту погоду, точнее, погода испытывает нас, а мы испытываем последствия. Что будет дальше, даже страшно представить. В этом ролике вы увидите кадры, как все происходило, как нас постепенно подтапливало, что происходит на участке. Ну а сейчас предлагаю переместиться в 3 января и немножечко попутешествовать с нашим гостем Алексеем. Сегодня мы решили с Алексеем выйти из горизонтально-салатного положения. На улице, на дворе, во всем мире 3 января, а мы отправились в небольшое путешествие. Сегодня приехали в город Пинара. Это ликийский город, средневековый. Часть его находится в руинах. И он был по размеру 6-м городом среди Ликийского Содружества. Очень интересное место. Мы тут с Аннушкой были в 2016 году, и это место оставило самое неизгладимое впечатление. И скоро вы узнаете, почему. Это место вас точно должно удивить. Алексей, ты готов к прогулке? Да, конечно. Самое время немного растрясти наши новогодние салаты. Пройдемся в горы, и будет место для того, чтобы доесть их остатки. Мы решили начинать не от КПП, заехали немножко повыше, до развилки, откуда начинается прогулочный маршрут. Машину прямо тут поставили. Снизу античный амфитеатр, к нему мы пойдем попозже. Он очень хорошо сохранился, но по ходу дела вы все увидите, сами обязательно все покажем. Ну а сейчас будем карабкаться наверх и искать ликийские гробницы. Ну и, конечно же, покажем то самое место, которое на всю жизнь осталось у меня в памяти. Начинаем наше восхождение, и дорога здесь вся мощеная камнем. Даже не то, что мощеная, наверное, больше как протоптанная. Протоптанная веками. Вполне возможно, что в сезон дождей тут протекает какой-нибудь ручей, и он немножко подмыл почву. Но выглядит, как будто бы протоптанная дорога, по которой ходили еще древние ликийцы. Забрались на первую смотровую площадку, и отсюда открывается отличный вид на амфитеатр. Уже можно отсюда лицезреть, что он сохранился очень хорошо. И, как Алексей предположил, это из-за того, что амфитеатр находится в скале. И рядом с ним такая зеленая, красивая лужайка. В 2016 году здесь было все то же самое. Лужайка также сохранилась.
такое впечатление, будто ее кто-то специально высаживает, а не природа постаралась и сотворила эту красоту для нас. Воздух чистый, прохладный. И вот там Анталийские горы, прямо по курсу. Но они сейчас закрыты облаками. Если бы не облака, то наблюдали бы заснеженные красивые вершины. Но кто знает, приехали, было пасмурно, сейчас распогодилось. Может быть, и вершины скоро нам покажутся. Сегодня хочу поговорить с вами про пассивный заработок, про пассивный доход и рассказать о нашем опыте с Аннушкой, как мы пришли к пассивному доходу, что для этого делали, небольшая история, почему мы вообще задумались о пассивном заработке. Многие из вас знают, что на протяжении 10 лет мы с Аней работаем по удаленке. Я занимаюсь разработкой сайтов, а Аня занимается контекстной рекламой. И эта работа у нас была еще задолго до того, как произошел переезд за границу. Опять же, кто за нами давно следит, знаете, что наш переезд был неплановый. Мы полетели во Вьетнам, застряли там из-за ковида, из-за ковидных ограничений, остались на 2 года, ну а затем уже переехали в Турцию. На тот момент, когда мы приехали во Вьетнам, у нас уже 6 лет была удаленная работа. Мы находились физически в Москве, заказы брали в основном также в Москве, и многие заказчики хотели увидеться вживую. Перед тем, как заключить договор, перед тем, как начать с нами работать, вживую увиделись, посмотрели, что мы реальные люди, что мы не какие-то обманщики, которые находятся за границей, а многие люди именно боялись почему-то удаленщиков из-за границы. И как, опять же, заказчики мне говорили, был дурной опыт, кому-то отправили деньги, люди пропали и все. Кто-то живет в Испании, кто-то в Италии, и поэтому многие боялись заключать договор до того, как физически человека увидят. Так у нас работа, в принципе, и была выстроена. Приходил заказчик, мы с ним вживую встречались в кафе, общались, били по рукам и начинали работу. Так мы проработали 6 лет, но затем решили немножко отдохнуть и полетели во Вьетнам. Первые 3 месяца мы посвятили путешествиям и отдыху, чтобы разгрузить мозги, чтобы полностью себя посвятить YouTube-блогу, а именно тогда он у нас начался. И в какой-то момент деньги начали потихонечку таять. Это было уже где-то в конце 2 месяца, потому что мы много путешествовали, платили за жилье, купили даже там мопед, и на все это нужно было, конечно же, средства. В конце нашего пребывания, которое было запланировано изначально, 3 месяц, денег стало уже совсем мало, и нужно было принять решение. Либо мы возвращаемся в Россию, либо остаемся во Вьетнаме, чтобы переждать ковид и все, что происходило в мире. Мы решили остаться, и денег становилось все меньше и меньше. Тогда мы схватились за голову, что же делать, как быть. Новые заказчики не приходят, потому что, опять же, все боятся, что люди где-то за границей, а мы реально были за границей, и многие сильно переживали. Когда спрашивали, где вы, что вы, приходилось некоторым говорить, что мы в Москве, они говорят, давайте встретимся. Ну, в общем, это была целая история, и не хочется даже ее вспоминать. Деньги начали заканчиваться, и мы полезли в интернет за советами, рекомендациями, как нашу подушку безопасности, которая на тот момент составляла уже какие-то, ну, 1100, наверное, какие-то смешные деньги, как эту подушку безопасности сберечь, возможно, приумножить, куда-то инвестировать. Раньше мы слышали, что есть биржи, можно деньги вкладывать, можно какие-то акции, облигации покупать, но мы с этим никогда не сталкивались. Сами пытались разобрать, но это практически нереально. Нужно посвятить этому изучению, ну, наверное, полгода или год и постоянно сидеть, следить за этими акциями, облигациями, биржами, изучать. Это практически нереально, если ты в этом не разбираешься. Поползав в интернете, поизучав различную информацию, различные форумы, различные сайты, мы полезли на YouTube. Начали искать различные каналы, также смотреть, изучать. И в основном это, знаете, был какой-то трёп финансовый. Люди говорят, идите на эту биржу, вот на этой бирже вы сможете заработать. А как это сделать? Куда конкретно нажать? Какие там акции, облигации покупать? Мы не могли понять. Я уверен, что если вы когда-нибудь подобное что-то задумали для себя, наверняка тоже не разобрались, если, конечно, у вас нет свободного года для изучения всей этой тематики. И на наше счастье попался YouTube-канал Егора Арсланова, человека, который впоследствии дал нам второе дыхание и дал надежду на то, что
мы сможем жить за границей, несмотря ни на что, даже с небольшим заработком. Я объясню немножко, на тот момент, когда у нас деньги стали заканчиваться, заказы еще были. Они приходили в основном от тех клиентов, которые с нами уже работали какое-то время. Новые, соответственно, не шли, потому что все боялись, все хотели вживую увидеться. А те, кто с нами работал, кто-то просил сайт допилить, доделать, кто-то просил рекламу поднастроить. Чуть-чуть, да по чуть-чуть к нам деньги приходили. На тот момент, конечно, мы сильно затянули пояса, сильно ужимались во всем, но надежда появилась. И это надежда Егор Арсланов. Посмотрев несколько видео на YouTube-канале Егора, записались к нему на бесплатный мастер-класс. На тот момент он их проводил, и, к вашему счастью, он их проводит и по сей день. Записались с Анушкой, посмотрели, сразу скажу, не один раз, несколько, чтобы понять всю суть и логику происходящего, и стали к Егору периодически обращаться за грамотными финансовыми рекомендациями. Что делать? Как правильно делать, куда деньги инвестировать. Егор настолько грамотно все объясняет, что даже человек, не имеющий представления, как работать правильно с компьютером, куда в интернете заходить, какие сайты открывать, человек, который в смартфоне умеет только набирать телефон и кому-то звонить, вот даже такие люди смогут выйти на стабильный пассивный доход. И мы были в том же числе. Мы, конечно, умели пользоваться компьютерами, телефонами, сайты открывать, но мы именно не понимали, куда и как деньги инвестировать, чтобы выйти на пассивный заработок. Ну и давайте расскажу, чему же вас научит Егор Арсланов, если вы запишетесь на бесплатный мастер-класс, перейдя по ссылке, кстати, под нашим видео, и пройдете его так же, как это сделали когда-то мы с Анушкой. Вы научитесь сохранять ваши деньги так, чтобы не тратить их под ноль. Не лезть в долги, даже если вам кажется, что это невозможно. Второе, чему вы научитесь, это приумножать кратно сохраненные вами деньги. Пассивно и без вашего участия, чтобы в будущем вы смогли жить на дивиденды от вашего капитала и обрести финансовую свободу. Также вы узнаете, как выбраться из долгов, даже если это миллионы, как накапливать на крупные покупки, при этом не ужимая себя во всем. Также вы узнаете, как обеспечить себе финансовую защиту и быть готовым к любым неприятным моментам в вашей жизни. Еще вы узнаете, как грамотно инвестировать деньги и уделять этому всего лишь 4 часа в год. Прямо сейчас регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс, перейдя по ссылке внизу в описании к нашему видео. И самое главное, все рекомендации Егора на самом деле работают. Мы в этом убедились с Анушкой на собственном опыте. И вам желаем стать финансово грамотными. Поверьте мне, сегодня это необходимость. Понимать, куда деньги инвестировать, как их приумножить. Это настолько необходимое и важное знание, что важнее, наверное, ничего уже даже и не придумаешь в наше время. Если вы хотите изменить свою жизнь прямо сейчас, возможно, вас не устраивает город, в котором живете, возможно, страна, вы хотите переехать за границу, у вас есть отличный шанс. Не бойтесь, переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь. Потратите всего 15-20 минут вашего личного времени, которое, возможно, вы потратили бы на то, что смотрели из окна или посмотрели какой-то сериал, а тут вы проведете время с пользой. И самое важное, это бесплатно. Не нужно никуда номер карты вводить, никому отправлять деньги. Просто регистрируйтесь и смотрите. Прямо сейчас ставьте видео на паузу, переходите вниз в описание, регистрируйтесь и становитесь финансово грамотными и независимыми людьми. Искренняя рекомендация от канала Лайкни Мир. С Алексеем ощутили на себе тяжесть подъема в связи с прошедшими праздниками. Хорошо отдыхали, много ели, сейчас поднимаемся. Постоянно одышка. Я надеюсь, что после этой прогулки наши легкие начнут работать нормально, и мы уже задышим полной грудью. Да, Алексей? Ага, воздух здесь этому очень способствует. Он очень чистый. Будем прочищаться. Алексею даже сложно говорить. Ну что, идем дальше? Дальше нам по пути встретились фрагменты строений ликийских. Видно, что была стена, возможно, крепостная. Нет никаких, к сожалению, отметок. И не можем точно утверждать, что это. Огромная сосна рухнула. Я даже в интернете читал, что кто-то называет Пинару турецким Анкарватом. Кто знает, что такое Анкарват? Комплекс находится в Камбодже. Вполне возможно, что дальше мы с вами увидим какие-нибудь чудеса этих мест. Тут тоже видно, что крепостные стены, скорее всего, были. Слева строение. Может быть, чьи-то дома. Можно только предполагать, так как нет никаких указателей. И вот там, в самом конце, уже виднеются ликийские гробницы. Их здесь будет очень много, красивые, расписные. Скоро все с вами увидим. Так много шишек лежит, и запах от сосен аж пронизывает насквозь.
только что видели группу туристов, но они как-то поднялись сюда и сразу же пошли обратно. Очень странно, впереди много всего интересного. Вот еще одна крепостная стена, такая массивная, и видно, что все камни друг под друга, как будто бы специально вытачивали. Хотя, может быть, их так сложили, да, они как-то кто-то наискось, какие-то прямо. Это может быть и не стена, а может быть террасы сделаны были. Может быть и террасы, чтобы почва не разрушалась, имеешь в виду? Ну да, и чтобы можно было как-то ходить по этому склону. Еще одна смотровая площадка, и тут уже расположены ликийские гробницы. Интересный момент, я сразу же его заметил. Одна из них тоже с крышей в виде лодки. Таких скальных я еще ни разу не встречал. Как правило, они прямоугольной формы, как справа мы можем наблюдать. А крышу в виде лодки никогда не видел. Удивительно. Может быть, и на самом деле это турецкий Анкарват. И тут мы увидим настоящее чудо света. Вот так выглядит одна из усыпальниц внутри. Насколько я знаю, насколько читал, на полках располагали вещи усопшего, а самого усопшего, по-моему, клали с левой стороны, где разъем побольше, а здесь какие-то вещи располагались. Хотя вполне возможно, что это была семейная усыпальница, и здесь находилось три тела. Вот так выглядит внутри небольшое помещение. Также была стена когда-то, но вандалы, скорее всего, эти стены разнесли. Можно видеть по правой гробнице. Скорее всего, стена была такая же. И вот пробито отверстие. Залезал кто-то и все вытаскивал. Уже ничего не сохранилось. Там, ну, как тебе? Ниже даже есть еще одна, и там прям только маленькое отверстие. И туда, видимо, тоже ползали. Это где? Вот здесь снизу? Да. А, да, вот видно здесь снизу как раз. Ну, а дальше открывается вид на КПП и опять же на ликийские гробницы, которые расположены в скале, находящейся напротив нас. Еще один момент, про который хочется сказать. Сюда вход бесплатный. В 2016 году мы сюда приезжали с Анушкой, стоял КПП, но никто деньги не брал. Сейчас ехали, я думал, ну, наверное, уже за столько лет начали собирать, денежки с туристов нет. До сих пор вход бесплатный, поэтому приезжайте, гуляйте и не платите за созерцание вот этой всей красоты, которая вас будет окружать. Мы тут еще на один момент обратили внимание, что у этого скального захоронения сверху голова быка, что абсолютно нетипично. То есть это не просто лодка, а еще сверху голова, представляете, с рогами. Такого я точно нигде не видел. Как Алексей заметил, это больше похоже, будто тут викингов захоронили, а не древних ликийцев. А вот отсюда уже открывается вид на то самое чудо света, который еще в 2016 году поразил меня до глубины души. Когда я его увидел в первый раз, запомнил на всю жизнь, и рот мой был настолько открыт, чтобы вы понимали, что доставал до земли. Это огромное средневековое кладбище, которое расположено в скале. Чтобы вы понимали, это скала, а каждое окошко, что мы видим, это было захоронение. И до сих пор остается огромным вопросом, как эти захоронения делали, как высекали в скале, как поднимались туда, какие инструменты использовали. И самый главный вопрос, как поднимали тела усопших. Сейчас для современного человека это выглядит как огромная многоэтажка или крепость. Подобного я никогда, нигде, ни разу не видел. Эта скала огромная, настолько большая, настолько величественная, что мы, глядя на нее, чувствуем себя какими-то маленькими-маленькими. Это точно. И еще что очень сильно удивляет, здесь вот визуально все гробницы, они выглядят простыми. Но по ликийской традиции, чем выше статус,
Ну, чем выше могила, тем выше статус. Так и есть. При этом слева мы видим красивые резные могилы, которые гораздо ниже, чем находящиеся здесь. Получается, с самого верха захоронили самых, наверное, богатых и влиятельных. Ну, вот здесь все какие-то плюс-минус одинаковые. Возможно, конечно, со временем просто вот... Фасад обвалился. Да, фасад обвалился, вся вот эта резная работа, она обрушилась, и поэтому все стало так одинаково. Не знаю. Ты петь умеешь? Дальше мы с Алексеем переместились на одну из улиц города Пинара, и здесь как будто бы были какие-то жилые дома раньше. Есть такое ощущение, но, как опять же Алексей предположил, вполне возможно, это либо была агора, рыночная площадь, и здесь были какие-то лавки, либо это улица ремесленников, и здесь какие-то были мастерские раньше. Нет, скорее всего, даже немножко по-другому. Агору мы чуть раньше видели, вот. А здесь вот была улица, и... Вдоль нее, да, скорее всего, ремесленные лавки по пути к площади. Все возможно. Либо жилые дома, может быть. Но этот город весь находится в руинах. Сохранилось мало чего, как я уже говорил. И это вызвано землетрясениями, которые здесь были сотни лет назад. Все порушилось, все попадало. И даже с левой стороны можно наблюдать огромные камни, которые откололись от скалы. О, традиция армянская, помнишь? Мы с тобой выкладывали пирамидки. Давай тоже выложим, чтобы продолжить традицию. Бери камешек поменьше. Вроде это поменьше. Вот. Все, мы с тобой продолжили армянские традиции. А дальше нам встретилась незаконченная ликийская гробница. Опять же, как кажется мне, вырез в стене прямоугольной формы, но по какой-то причине она была не закончена. Если так посмотреть... и перекинуть на современный мир, там должен быть какой-то баннер с рекламой. Кока-кола или что-нибудь подобное. Либо огромный телевизор, по которому будет рекламу гонять. Но в средневековье вряд ли такое было. Так что, скорее всего, тут должна была быть ликийская гробница. Но по центру видно, что пошел разлом, трещина. И, может быть, это и послужило остановке строительства. Потому что трещина большая, и все могло просто-напросто обвалиться. Вот это место я отлично запомнил с нашего посещения 2016 года, как мы с Аночкой тут карабкались по скалам, проходили везде по краям аккуратно, еще и вниз ползали. Тут очень много разнообразных ликийских захоронений, и для любителей архитектуры ликийской настоящая услада поползать, посмотреть. Все гробницы разные, каждая выполнена в своем стиле. И имеет какое-то значение, именно касается жизни человека. Что, чем человек занимался, в такой форме, в таком виде гробницу и делали. Вот тут, например, сверху можно видеть
необычная крыша. И тут я вижу даже, будто кто-то просверлил вентиляцию. Вполне возможно, что это еще в те времена было сделано. Но, скорее всего, это как раз-таки вандалы, кто пытался эти плиты выломать. Если заглянуть, ну, такая же усыпальница. Внутри ничего необычного. Необычно только выглядит внешне. А тут везде полянки. У меня на полянке сердце огромное. Прям по центру. Примерно полчаса с Алексеем блуждали по лесам, ползали по горам в поисках чего-нибудь интересного и никак не могли найти. Ходим, что-то лес, какие-то тропы есть, но ничего не находим абсолютно. Деревья очень густые. И тут вышел на площадку и увидел что-то удивительное. Давайте вместе с вами прогуляемся, посмотрим, что же тут такое. Скорее всего, тоже средневековое кладбище. С правой стороны саркофаг, перевернутый, как раз-таки с таким домиком, с такой крышей в виде лодки. С крышей в виде домика, хотел сказать. Непонятно, каким образом его так вывернуло. То ли он откуда-то сверху упал, может быть, со скалы. Также я вижу дальше тоже саркофаги, со всех скинуты крышки. Вероятнее всего, это были вандалы. А, ну здесь он не перевернут. С него крышку тоже скинули, наверное. И под весом сильно накренился. Еще саркофаги. Но самое удивительное, и я рад, что сюда пришел, вы посмотрите на это. Огромный саркофаг невероятного размера. Возможно, тут был захоронен какой-то царь. Опять же, нет никаких указателей, табличек. И его размер внушительный. Я даже не могу слов связать, чтобы описать свое удивление, насколько он большой и какая-то необычная находка, когда ты ползешь посреди леса и нет никаких просветов, а тут приходишь, видишь и теряешь дар речи. Заглянем внутрь. Ого, да тут даже несколько уровней. Что-то невообразимое. Такого я еще не видел. Снизу уровень и сверху тоже как полки сделаны. Что-то невероятное. И нет никаких надписей. Здесь нет туристических троп. Соответственно, никто сюда не приходит. Но хотелось бы знать историю этого места. Историю именно вот этой гробницы. И она вся влажная. Из нее выделяется вода. Знаете, как будто бы она мироточит. Что-то невообразимое. Если еще с правой стороны посмотреть, тоже много саркофагов таких с крышами в виде лодки. Как тебе вот этот огромный саркофаг? Очень прикольный. Удивительно. Непонятно только, почему их вот именно в этом месте прям так накидано. Видимо, они съезжали со скалы все-таки. Думаешь? Ну, тот огромный. Вряд ли со скалы мог съехать. Он же, может быть, стоял как раз здесь, а вот остальные мелкие, которые валяются... Здесь, если посмотреть по дорожке, камни как будто съезжают. А, ну, может быть. Может быть, ты и прав. Я почему-то об этом не подумал. Вполне возможно, землетрясение, оползень камней, и они откуда-то съехали сюда на площадку. А вот куда мы так долго с Алексеем карабкались и искали. Это башня. И она, наверное, единственное строение, которое здесь сохранилось из всех. Мы с вами видели множество руин, разбитых надгробий, склепов. Все разрушено, все поломано. А эта башня, мы ее еще снизу увидели, сохранилась в хорошем состоянии. Алексей предполагает, что ее могли выложить заново, что она была разрушена, ее выложили, но что-то с трудом в это верится. И у нее в стенах даже есть зазоры. Как будто бы трясло землетрясением, камни разъехались, но при этом остались на месте. К ним мы так долго очень поднимались. Хочется заглянуть внутрь, посмотреть, может, что-то интересное нас там ждет. Вот как один камень выехал. Надеюсь, он сейчас не упадет на нас. Алексей, громко не разговаривай, пожалуйста. Посмотрим вид сверху. Как раз-таки снизу мы гуляли вместе с вами. Вот там находится площадь, агора, торговые зоны. И вот она, башня. Попробуем подняться. Опять же, нет никаких указателей. Опа, так, не падаем. Нет никаких указателей. Непонятно, что это за строение.
Внутри я вижу, какую-то пирамидку выложил. И даже остались своды, не рухнули. Единственное строение, его видно отовсюду. Сейчас мы будем спускаться вниз, обратно. Погуляли, побродили. Хочется еще дойти до амфитеатра, пока не стемнело. Самим посмотреть, вам показать. Вот мы и добрались до заключительной точки нашего сегодняшнего пешего путешествия. Это амфитеатр. Как я уже говорил, сохранился он превосходно. Практически все ступени на месте. Ну и, скорее всего, из-за того, что зажат между гор, землетрясение его сильно и не порушили. Вмещалось здесь где-то около 3500 человек. И вот там напротив, скорее всего, была крепость. Дворец, не крепость. Дворец. И какой-то главный чиновник наблюдал сверху со своей террасы за представлениями, проходящими в этом амфитеатре. Ну, это тоже немного странно, потому что представление обычно выступают люди лицом к зрителям. Согласен. То есть смотрели на спину. Звук слушал, может? Может быть. Как фоном, знаешь, что-то там делает, капусточку рубает, салатик делает и фоном слушает, как идет выступление. Раньше амфитеатр, теперь ютубчик. Завершаем наше путешествие на сегодняшний день. Нужно возвращаться на ферму. Животные заждались, всех нужно кормить. Аннушка на хозяйстве одна осталась. Надо помогать. Поэтому возвращаемся обратно. Ну и, в принципе, мы тут все посмотрели, все посетили. Вам показали, на коптере полетали. Нашли удивительные захоронения, про которые даже не то, что мы не знали. Даже в интернете нет информации. Делаем еще пару крутых фоток у этого амфитеатра. И возвращаемся обратно домой. Сегодня Алексей задумал у нас готовку. Купили в магазине говядину. Огромный стейк. Это даже не стейк, это огромный кусок говядины. 2,5 килограмма, да, по-моему? 2,7. Ну и заодно решили сделать распаковку ножей, которые нам Алексей подарил на Новый год. Обещал и вот подарил. Но был интересный момент. Подарил не сам, а привезла Ольга. Олечка Боровкова наша, которая в гости приезжала. За что ей огромное спасибо. От Лехи подарок. Мне тоже большое ей спасибо. Потому что сам бы я никак не смог их довезти. Потому что ножи нельзя возить в ручной кладе в самолете. Да, есть такой момент. Алексей прилетел только с ручной кладью. И сегодня будет интересный эксперимент готовки. Алексей нашел где-то у нас в огороде мрамора кусок, плиту. И сейчас в данный момент разогревают ее в духовке. И будем мы все это готовить на мраморе. Да, Алексей? Да, да, попробуем, как получится. Для меня это тоже впервые. Будем тонко нарезать говядину, насколько я понимаю, стейками, и закидывать на разогретый мрамор. Небольшими кусочками, как говяжий бекон, примерно по 5 мм толщиной, и да, жарить на мраморе. Ну, давай распаковку ножей. Мы ждали тебя, чтобы ты приехал и сам это сделал. Ножи открыты. 4 штуки в комплекте. Самый большой сколько миллиметров? Сейчас мы посмотрим. Здесь, наверное, написано. Это 45-й, 251 миллиметр. 251, с ума сойти. 25 сантиметров, вот это да. А что им резать таким огромным ножом? Большие, там арбуз, например, можно вот так вот. А дерево можно срубить? Еще можно вот так вот. И арбуз будет разрезан. Но если бы это была реклама ножей, то мы бы сейчас устроили разные разрезания, да, с тобой? Да, так что, Самура, если захотите... Если захотите, обращайтесь, да, сделаем вам рекламу хорошую. Будем разрезать разные фрукты, овощи. Покажем, как ваши ножи работают. Каким будешь делать стейки? Шефом, как всегда. Я больше всего люблю шеф-ножи. Они оптимальные по размеру. Мне нравится. Ну, показывай, как ножи... Ого! Без каких-либо усилий. Ого! Вот это да! Я еще хотел сказать, давай показывай, как он режет, а ты просто провел, и все, готово. Так и есть. Расскажи, какие ты хочешь сегодня стейки делать? Ты что-то экспериментировать хотел? Карпаччо?
Ну, насчет карпаччо я еще думаю, посмотрим. Сейчас, когда буду резать мясо, станет понятно. Но точно кусочки толщиной в 5 мм, которые мы будем жарить на мраморе и сразу кушать. И отдельно я еще хочу попробовать сантиметровый, полуторасантиметровый стейк сделать. Рейр прожарки. Рейр – это что значит? Это внутри сырое. Внутри сырое. Как мы любим с тобой, да? Давай нарезай. Да. Для начала у нас тут очень много жилок. Их надо срезать, да, все? Ну, прям все не обязательно, но которые нам сегодня будут мешать, мы уберем. Хорошо режет. Вообще идет как по маслу. Я начну, пожалуй, с, наверное, с тоненьких. Давай. Потом посмотрим дальше. О, ну как по маслу идет. Даже керамические ножи так тонко не нарежут. Ну, единственное, внизу немножко. Ну ладно, никто не заметит. Мы не такие специалисты по стейкам. Это называется стейки такие тоненькие? Ну, эти мы будем вот как раз таки делать на мраморной плите. Угу. Буквально по там, 10 секунд с каждой стороны. А будем чем-нибудь их солить, перчить, мариновать? Как и все стейки, мы будем солить и перчить их после подачи. То есть, когда они в тарелке, посолил, поперчил. Сколько съел. Тебе нужно, да? Да, так и есть. Нарезаем. А мы же будем разные, да, ширины делать? Эти потоньше, какие-то потолще. Ну, начнем... Толщины. Да, часть сделаем потоньше, часть потолще. И финиш будет 1.5 сантиметра примерно вот так. Понял. Красота. Мы эти кусочки чуть позже еще порежем, наверное, пополам, чтобы их было удобнее есть после готовки. И не надо было дополнительно резать. Вот такие вот тоненькие, аккуратные кусочки. Красивые, очень красивые, Алексей. Уже хочется их съесть, даже не готовя. Хороший нож, спасибо тебе. Хорошие ножи. Надеюсь, они будут служить долго и очень радовать, очень сильно радовать вас. Будут дальше. Радовать, будут. Пёня Чуни, вы зачем матрас разодрали? Постелили матрас, и кто-то вот выдрал куски поролона. Я вам принес говядины поесть. Будете? Ну, Чуни, держи. Угощайся. Только жуй, ради бога, прошу тебя, жуй. Не заглатывай. Пёнечка, на тебе тоже. Иди сюда, Пёня. Иди. Выходи из своего дома. А то сейчас Чуня все съест. Чунь, ты мне руку не откуси только. У них теперь два домика. Второй недавно докупили. И они спят в большом. В маленький даже не залазят. Будем, наверное, его использовать для других целей. На, Пёнечка, тебе. На. На. Угощайся. О, глаза-то загорелись. А даже выходить не хотела. Аккуратно, руку мне не откусите. На, Чуня. И уберите за собой вот это. Что тут вы навыдирали? Панки. У нас у кур последние 2 дня какой-то сбой произошел. Они гуляют по ночам все время. До этого как темнело заходили к себе в домик и уже спать ложились. А последние 2 дня темнеет, они продолжают дальше гулять. Зорька, ты можешь забор нам не ломать? Он и так не очень крепкий. И все гуляют, кроме цыплуни. Одна цыплунья еще под сбой не попала. И маленькие птенцы, они все в домике. А основная часть кур и петух гуляют по ночам. Ого! Вот это жар! Я прям лицом его почувствовал. Это что-то интересное. То, чего у нас еще не было ни разу. Интересный опыт будет. Вот. Ну, давай рассказывай, что делаем. Берем вилочки. Вилочки у меня есть. Выбираем кусочек мяса. Кусочек. Макаем его в маслице. В маслице. 2 кусочка взял. Два. Они настолько тонкие, что ты взял. Посолить не надо? Нет, солим после. А, ладно. И кидаем на камень. Буквально там секунд 10-15. Круто. Обалдеть. Ого! Как ты это придумал? Кто ты?
Ты ходил по нашему участку и нашел просто кусок мрамора. Да? Мне бы не видать. Это будет интересно. Вот это да. Ого, стейк. Давайте сразу все большие закинем. Привет. Все большие закинем, да? Ага, все большие, да. Я могу уже пробовать, да? Да, да. Надо посолить, да, или крошить? Снимаю. Да, солить, крошить. Как будто бы мы где-то в Азии. Мне кажется, это там придумали, да? Да, конечно, это идея из Азии. Это готовность? Это well done. Рэр? Нет, well done. Смотри, у тебя серое мясо. А, well done. Вот у меня немножко розовенького есть. Mm-hmm. Вкусно. Такое обалденно вкусное. Mm-hmm. Такое прям насыщенное. Очень свежая. Свежачок. Обычно в Азии используют такие небольшие горелки, да. И на них это все готовят. Странно, что в других странах этого нет. Как правило, только в Азии приезжаешь, такие кафешки видишь. Здесь еще. Здесь, да, горячо. Как-то красиво выглядит. Сейчас у меня вообще не осталось крови. Проготовился максимально. Мне такой больше нравится. Предыдущий все-таки менее был прожарен. Так что, ребята, если у вас есть кусок мрамора, то попробуйте сделать так же. Очень вкусно. Лёха, молодец. Респект. Да, разогревали, если что, чуть больше часа в духовке на 250 градусов. Вот это rare, это medium well, это well done. Mm-hmm. Очень необычно есть полусырое мясо. Какие впечатления? Сначала очень странно, как будто бы ты просто ешь сырую говядину. Достал из пачки откуда-то и жуешь сырую говядину. Но потом с каждым кусочком как-то больше проникаешься и больше нравится. Я думаю, Алексей также к этому и пришел. Есть полусырое мясо постепенно, со временем, с кровью. Лёш, насколько постепенно это было? Примерно 3-4 стейка. И я пришел к рейру. Так что уж совсем не постепенно, а очень быстро. Ну, это постепенно. Я тогда еще мало кушал стейки, так что эти 4 стейка были где-то за полгода. Да, вкусно.
Да, тоже убираем. Все лишний вес, который нам придется тащить. Вот еще кусок мрамора. Надо посушить как-то, куда-то. Правда, не знаю, за день сегодня реально высушить или нет. Наверное, нет. Высушить вряд ли, а посушить, да. Сейчас, погоди. Ну, да не, можешь не поднимать. План было понять, что мы ее можем поднять. Но все-таки надо облегчить, это я уберу отсюда. Она потому что много весит. Как будто она стала легче. Готов? Ага. У меня бочка. Уперлись? А? Уперлись в бочку? Ну почти. Тут мне уже отходить некуда. В принципе, если вот эти подрезать ветки, можно туда отходить. Бочку чуть сдвинуть можно. Ой, дверь. Ладно. Надо ли вплотную? Там тоже не... Ну, чуть-чуть поближе, наверное, чтобы она прям прохладно стояла. Дверь. Так, наверное? Угу. И балки пронумерованы, вот они там, 102. Ага. Так, это все болтики. А это дуги. О, как много здесь всего в комплекте. Давай сейчас принесу. А в комплекте нет совсем? Thank you.
сегодня мы решили всей дружной компанией съездить к морю. Завтра Алексей улетает обратно в Армению. И напоследок Лёшку вывезли искупаться в море. Приехали в Алюденис, на наш любимый пляж, в Голубую лагуну. И люди здесь купаются даже сейчас, в январе. На дворе 5 число. 5 сегодня, да? Вроде, да. Вроде 5. Мы уже потерялись. Вроде должны отдыхать были все эти дни. Бесконечно работаем, работаем. И сегодня немножечко отдохнем. Все вместе с вами искупаемся обязательно. Алексея накупаем. Сами тоже, может быть. Пока еще не решили. Аннушка, вы как? Будете купаться? Я взяла купальник, но я не знаю пока что. Как вода будет? Дойдем до моря. Сейчас сначала переоденемся, дойдем до моря. И уже примем решение. Но Алексея точно накупаем. Леха, ты готов? Да. Леха всегда готов. Конечно. За любой кипиш. И Леша сказал, что он не сильно соскучился по морю. Но искупаться он не против. Все переоделись, а теперь выходим на пляж. Ищем место, где искупаться. Отдыхающих немного, но они все находятся в одном месте. Все кучкуются почему-то. То ли здесь заход в воду лучше, то ли, может быть, вода теплее. Сейчас узнаем, попробуем зайти вместе с вами. Немного совсем людей, если вспомнить сезон, когда мы сюда приезжали, некуда было упасть. И в этом месте, где сейчас идем, было все заставлено шезлонгами. Были дорожки специальные проложены, чтобы удобно передвигаться можно. А сейчас все поубирали, потому что сезон закрыт. И люди лежат прямо на камнях. Нам это подходит. Мы обычно за шезлонги не любим платить. Да? Для нас идеально, когда просто полежать на камнях. К тому же они должны быть хорошо прогреты. Да, если вспомнить, как здесь было все заставлено, то будто бы попадаешь сейчас на совершенно другой пляж. Я думаю, можно прямо здесь где-нибудь начать заныривать. Чуть дальше. Дальше? Чтобы был более ровный заход в воду. Еще ну, какие-то... Я, конечно, еще не решила, буду ли я купаться, но хочется видеть море. А с той стороны насыпи, и не очень круто. Ложишься, и перед собой видишь насыпи, не море. В идеале, я думаю, пойти вот туда. Там и нет волн, и заход ровный в воду. Да, давай. Какая водичка красивая. Сегодня так все вперемешку, даже рыбаки есть. Если вспомнить туристический сезон, то рыбаков тут не было, только отдыхающие. Ну, здесь водичка спокойная. Можно и тут. Какая красота. Интересно, что за корабли стоят? Такого мы еще тут не видели. Мне кажется, вода должна быть теплая. Давай здесь. Давайте здесь. Идеальное место с голубой, очень яркой водой. Алексей. Я. Ты готов? Ну... Наверное. Ну пойдем вместе, да, чтобы было не так тебе скучно.
Алексей решил не дожидаться никого, пошел вперед. Но пока что-то он не заныривает, наш горячий финский парень. Обычно Леха на холод реагирует так, как будто бы тепло. Мы с Аннушкой, когда замерзаем, Леха у нас в одних шортах ходит. Ну, ой, давайте посмотрим. Леденящая душу и кровь. Но опять же, это мое ощущение. Леша приехал из более холодного климата, и я думаю, что он чувствует по-другому. Да и вообще он у нас очень жаркий человек. Ему даже в нашей деревне не холодно, и он в футболку ходит. Мне кажется, он сейчас пешком дойдет до того острова. Там глубина-то начнется когда-нибудь, нет? Вот где-то тут. А садись прямо на задницу. Леша, ныряй. Ты еще раз так делал. Не надо думать, просто ныряй. Комменты с берега, да? Да. Красиво вошел, как дельфин. Ну что, салатное пузо пошло в море. 5 дней ел салаты. Еще остались, кстати. Чтобы вы понимали, купальник. Я тоже нарядилась в купальник, но я чувствую, что я купаться не буду. Мне вода слишком холодная. Знаете, я далеко не пойду. Мое салатное пузико говорит, ныряй прям тут. Так я прям тут и на Я не знаю, как собраться. Это только, вот честно, только на камеру. Если бы не было съемки, я бы фиг бы сюда залез. Честно, это все ради вас, ребята. Господи, господи, боже ты мой. Все, 5 декабря, ой, января, декабря, видите, все уже, поплыл, мальчик поплыл, мальчик попал. О, 5 января, 5 января, офигеть. Ну так, не жарко. Леша показывает свое мастерство плавания в ледяной воде. Господи. Леш, ты просто уже привык, да? Ну да. Скажи честно. Ну уже не холодно вообще. То есть было прохладненько, когда первый раз нырял, второй было уже нормально, а сейчас вообще кайф. Уже зубы не стучат. Так они и сразу не стучали. Но зная, какой ты у нас горячий парень, тебе нормально. А вот у меня будут точно стучать. Но я не знаю, решусь я вообще на все это или нет. Давай, я тебя поснимаю. Мистер Оливьешка, вы купаетесь. А у меня сегодня закрытый купальник, потому что тоже... Оливье. Да. Вот так можно завесить тебя пузо. Ну ты втянула живот сейчас, не ври. Расслабь. Вот. Ну ладно, давай, уже верим. Ныряй. Все очень ждем. Но уже все. Когда в воду залезаешь, уже надо, не холодно. Где-то поглубже немножко. Там вот далеко здесь. Идти за глубиной. Сюда иди. Иду. Чтобы не замочить. Хорошая водичка какая, да? Как парное молоко. Как парное молоко, которое достали из морозилки только что. В целом, когда в воду залезаешь, очень холодно. Но немножко побыв, немножко привык, но сейчас все, еще солнце сверху греет очень хорошо. Нормально уже. Долго не просидишь. Внизу тепло, около, да. Дна. Около дна. Поэтому там все катимся на дно. Дружно. Ой, жалко, не хватает какого-нибудь, правда, теплого течения, которое будет проходить и тебя так обвивать. Как было летом, да? Я бы мог пошутить на эту тему. Но не буду. А я знаю, какие шуточки будут. Давай. Создать мочи. Теплое течение мочи. Очень легко. Леха, поможешь? Ты думаешь, у тебя будут такие объемы теплого течения? Леха поможет.
После купания решили мы немножко перекусить, попить кофеечка. Аннушка взяла себе латте, Алексей взял себе мочу охлажденную и пиццу. Какая она красивая! С турецкой колбаской. Да, турецкие пепперонки. А мне тоже должны принести такой же латте. Алексей, давай пиццу попробуй. Расскажи, какова она на вкус. А Аннушка тирамису еще заказала. Аннушка, тирамису тоже попробуйте. Всем прям тянется. Всем интересно. О, это мой кофеечек, ты шекюрляр. Красотища. Ого, сколько у тебя сыра. Как ты вкусно закинул в топку этот кусок пиццы. Леха Магиот. Моя школа. Вкусненько? Аннушка, давай попробуй тирамису. Да. Мне хотелось пиццу. Пиццу хотелось? А да, что не взяла пиццу? Ну, я понимаю, что после новогодних праздников и так это слишком. Взяла тирамису, хотя это тоже слишком. Тирамису, по-моему, более слишком. Не знаю. Вкусно? Mm-hmm. По тебе видно, что вкусно. Вах, мама, джа. Немножко вот так вот сделаем. Это очень горячо и обалдеть, как вкусно. Так сыра много, с ума сойти. Какой сыр? Сыр, мне кажется, тут смесь сыров кого-то. Хотя я не разбираюсь. Алексей, какой сыр? Это моцарелла, скорее всего. Аннушка не удержалась, тоже решила пиццу съесть. Говорит, вы так с Алексеем вкусно едите. Ну как пицца? Раздразнили меня. Очень супер, вкусная. Супер вкусно. А сейчас мы у тебя будем тирамису есть по очереди. Раз уж ты пиццу ешь. Я не против, я просто в шоке, что в этой пицце так вкусно сочетается колбаса турецкая с сыром. Хотя турецкая колбаса, по идее, да, мы все знаем, что она не очень вкусная какая-то, слишком красная. Но здесь она очень крутая. Вкусно. Thank you.